Согласитесь, порой случается так, что компьютерная мышка выходит из строя в самый неподходящий момент, и под рукой нет никакой замены. Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и сегодня мы хотели представить вашему вниманию самую доступную игровую мышку от компании Defender, которая не перестает удивлять своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель Cyber MB560L. Кроме своей невероятно низкой стоимости, устройство обзавелось еще и многоцветной подсветкой. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. На нашем сайте megaobzor.com в текстовой части обзора. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в компактной стильной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находится компьютерная мышка и инструкция по эксплуатации. Перед нами оптическая игровая мышка с подсветкой, выполнена в современном стиле. В качестве материалов был использован недорогой пластик черного цвета. Да, не сказать, что качество материалов на высоте, однако, учитывая стоимость девайса, все собрано очень даже хорошо. На верхней грани мышки основные кнопки управления, правый, левый клик и колесико прокрутки. На боковых гранях девайса можно увидеть небольшие выступы под пальцы. Дизайн устройства напоминает модульную конструкцию, между которыми расположилась стильная многоцветная подсветка. Из-за отсутствия программного обеспечения управлять подсветкой возможности нет, цвета меняются автоматически. На нижней грани девайса находится оптический сенсор с разрешением 1200 dpi, а рядом с ним сразу 4 тефлоновые ножки, позволяющие получить отличное скольжение по поверхности. Благодаря идентичной форме боковых граней устройства могут использовать как правши, так и левши. Мышка отлично ложится в руку и ей достаточно легко управлять. Для идеала не хватает лишь веса. Устройство отлично показывает себя в работе во многих компьютерных играх. Другими словами, Defender Cyber MB560L полностью оправдывает свою стоимость и, более того, бьет своих конкурентов на повал. Подводя итоги по Defender Cyber MB560L, следует отметить, что перед нами отличная компьютерная мышка, которая полностью справляется со всеми поставленными задачами. Современный дизайн и стильная подсветка сумеют дополнить вашу игровую зону новыми красками. Да, здесь нет дополнительных кнопок управления, но нужны ли они вам? И вспомните, когда вы ими вообще пользовались. В любом случае, компания Defender сумела создать действительно доступную и интересную компьютерную мышку, которая сумеет привлечь внимание многих покупателей. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.